Дорогие друзья, и прежде всего, самые счастливые люди, я обращаюсь к вам, уважаемые выпускники. Глядя сегодня на вас, красивых, молодых, но и уже успешных, испытываю чувство гордости за Беларусь. За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне. Я горд за ваших родителей, которые вырастили замечательных людей, за педагогов, преподавателей, которые помогли вам найти себя, и, конечно же, за каждого из вас. Ведь понять свое предназначение – сложнейший выбор. Вы его сделали. Освоить профессию – большой труд. И вот вы уже держите в руках диплом о высшем образовании. Диплом, о котором вы мечтали долгие годы. Искренне вас поздравляю и желаю быстрее преодолеть очередную вершину. Стать профессионалом в своем деле. Перейти на новый уровень жизни, где ваш реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих ваших коллег. Признание и уважение заслужить, которое можно только честным, кропотливым трудом, своей порядочностью, справедливым отношением к людям. Конечно, я понимаю, что атмосфера праздника не располагает к серьезным разговорам, но тем не менее, вы еще раз отмечу зрелые личности. Есть мысли, которые я как президент должен донести именно вам сейчас. Не мы выбираем время, а время выбирает нас. У каждого поколения свои вызовы. Они формируют характер не только отдельно взятого человека, но и всей нации. Вам есть на что опереться. Вы – новое поколение духовно сильного народа, сохранившего национальную идентичность, не имея собственного государства на протяжении столетий. Просто вдумайтесь в то, что я сказал. Вы – наследники героев, которые в страшной войне вместе с братскими народами, советскими народами, защитили родную землю и спасли Европу от нацизма. Знаете, многие часто говорят, вот богатая страна, у нее есть недра, а в недрах много чего – и газы, нефть, и золото, и прочие металлы, и неметаллы. Богатая нация. Нет ничего дороже, чем тот подвиг, который совершили наши люди. Она нам обошлась неимоверной ценой. Каждого третьего человека в прошлом веке, в середине прошлого века мы потеряли. Дорогая штука. И ее надо беречь и гордиться. Гордиться тем, что это была наша победа, наших дедов, прадедов, наших родителей. И все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за эту победу, которую тогда одержали наши старики. И мы можем гордиться нашими родителями. Они с честью прошли испытания разрухой и неопределенностью 90-х. Своим трудом создали независимое государство и продолжают работать на благо нашей страны. Другими словами, у вас есть достойный и мощный, как сейчас модно говорить, бэкграунд. Бэкграунд современной белорусской нации. Поэтому берегите достигнутые мир, исконные традиции и наши ценности. Берегите историю, которой мы сегодня по праву гордимся. В трудные для страны периоды будьте осторожны в суждениях, тем более в поступках. Почему? Вы знаете, чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания, репосты, которые вы и сами потом забудете, а вот интернет будет помнить все. И не успеете все стереть, как некоторые сейчас это делают. Поэтому не спешите. Чтобы не было больно и стыдно за бесцельно прожитые годы, как говорил классик.
Пусть созданный вами в сетях виртуальный портрет всегда показывает, что даже в столь юном возрасте вы мыслили, говорили, действовали правильно, по-государственному, как полагается настоящим гражданам своей страны. Особенно это относится к тем, кто строит самые амбициозные планы на жизнь. Ведь кто знает, какие кабинеты и какое кресло вы займете завтра. Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете, не будете, надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо. И просто знайте, когда старшее поколение, мы говорим, что трудимся во благо нашей Беларуси, это означает во благо наших детей, то есть вас. И нет мотивации сильнее этой. И нет ничего важнее, чем видеть вас счастливыми. Я хочу искренне пожелать вам мирной, благополучной и успешной жизни. Будьте достойны тех, кто созидал ваше будущее. У вас великий сегодня день, очень великий. И вы будете помнить через годы всегда этот день. Но, понимаете, это песчинка даже в вашей жизни. Все впереди. И самое главное – дети. И вот это в жизни самое главное, чтобы они были счастливыми, чтобы они не болели, были всегда здоровыми, чтобы они приносили вам только радость. Может, вы этого сейчас не понимаете, но точно поймете в ближайшие 2-3 года. Это будет главным. Ваше устройство дома, ваша семья, ваши дети. Дети, дети и еще раз дети. Поэтому думайте о будущем. Думайте, чтобы потом перед детьми стыдно не было. Дорогие друзья, каждый раз, встречаясь с выпускниками, вглядываясь в лица, честно вот скажу, я вижу уверенных, целеустремленных, а главное, по-хорошему, амбициозных людей. Это нормально. Некоторые из вас еще не начали работать, а уже наравне со своими преподавателями отмечены высокой наградой. Пусть и в дальнейшем вам всегда сопутствует успех, а рядом будут хорошие наставники. Но если вдруг в начале трудового пути не оправдаются какие-то ожидания, не спешите разочаровываться в выбранной профессии. Дайте сами себе шанс. Может быть, не сразу, но все будет. И признание заслуг, и карьерный рост, и материальное благополучие. Все всегда получается у людей, которые стойко идут к своей цели, и людей, преданных своему делу и стране. Не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные или обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые. Не спешите. Побежать туда проще, чем потом вернуться. Хочу пожелать вам веры в себя, мудрости и удачи. Уважаемый Александр Григорьевич, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, успеха в вашей работе на благо нашей страны и в знак благодарности примите от нас этот памятный подарок и цветы.
Уважаемый Александр Григорьевич, в музыке сочетание звуков образует звуковое единство, аккорд. В год народного единства, как символический знак единения поколений, мы просим вас вместе с выпускниками создать аккорд песни, который откроет выпускной бал 2021 года. Живи, живи, красуйся, родина.